Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь один. Благословенно имя Его, чье славное царство пребудет во веки и веки. Амин. У нас еще одна будет благодарность за Иешуа. Давайте вместе мы через это прославим Бога за посланного Машиаха в этот мир. Все дружно благодарим Тебя, Всевышний, за Иешуа, спасение Твое, которое Ты приготовил перед лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. И Ты дашь ему престол Давида и будет царствовать над домом Якова вовеки. И царству его не будет конца, кто верит в эти чудесные слова. Аминь. Всевышний да будет благословен в нашем собрании через Машеха Иешуа. Мы дружно будем прославлять Его. Кто готов воздать Ему всю славу за драгоценный подарок, жизнь, которая подарена каждому из вас, за спасение, предоставленное в Иешуа? Давайте будем благодарить нашего Бога сегодня, и ни один не останется в этом собрании безразличным к тому, что здесь происходит. Всею душою, Писание говорит, в телах ваших и в душах ваших прославляйте Его. Бог да будет прославлен посреди нас. Вместе с группой, дружно, все собрание участвует. Иешуа, Господь, Иешуа, Господь.
Наш Господь великий, Он свят, свят Господь Завоев, вся земля полна славы Господней. Сократила сегодня свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Свят, свят Господь Саваоф, рука Твоя не сократила сегодня. Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Свят, свят Господь Саваоф, сократила сегодня. Свят, свят Господь Саваоф, и вся земля полна славы Господней. Свят, свят Господь Саваоф, рука Твоя не сократила сегодня.
Давайте мы сосредоточимся на том, который свят. Который есть источник всей святости в этом мире. Вместе с группой еще раз припев. Можно поднять свои руки к небесам. Закрыть свои глаза, сосредоточиться на нем. Еще раз припев. Свят. Будет восхваляемо имя Твое вовек, Царь наш. Бог великий, святой, Царь небес и земли. Тебе подобает, Господь, Бог наш, вечно песни, хвала, прославление и гимны, могущество и власть, вечность и величие, сила и слава, и великолепие, и святость, и царство, благословение и благодарение отныне и вовек. Благословен Ты, Господь, Бог наш, Царь великий, прославленный в гимнах. Восхваляемый Бог, творящий чудеса, Творец всех душ, Господин всех созданий, внимающий пению гимнов, Царь, Бог, дающий жизнь мирам. Мы поклоняемся Тебе, Отец, в это утро. Мы благодарим Тебя за святость этого времени. Седьмой день Ты сотворил этот покой, эту святость. На протяжении многих веков Ты вручил эту святость своему народу. Господь, мы благодарим Тебя за это прекрасное время, когда мы можем встретить Тебя, соединиться с Тобой, поблагодарить Тебя. Господь, мы благодарим Тебя, Отец, за это место, за это время. За каждого человека, кто сегодня нашел время стоять пред лицом Твоим. Да будет наполнено это здание, подобно тому, о чем мы сегодня учим в нашей главе. Когда все было сделано в точности. Когда все было завершено по плану Всевышнего. Слава Всевышнего Бога Израиля наполнила храм. Мы благодарим, Отец, Тебя за Твое драгоценное присутствие посреди нас. Дай многим из нас смирение и трепет пред лицом Твоим.
чтобы нам приготовить Тебе место, жилище Творцу. Ты назвал нас своим храмом. Ты освящаешь нашу жизнь, Ты желаешь селиться в нас и жить в нас, ходить в нас, быть нашим Богом. Творец, освяти наше собрание сегодня. Пусть каждый человек встретит Тебя, переживет Твою благость, Твою милость, доброту, любовь, великолепие. Пусть каждая уста сегодня затрепещут пред Тобой и воздадут Тебе честь, достойную хвалу, Создатель всей вселенной. Бог наш и Отец наш, мы благодарим Тебя, Кадош, Святой, Святый, Святой, Господь Бог Цеваот, Создатель всего мироздания, Бог всей вселенной. Нет подобного Тебе, нет Бога, как Ты, нет другой твердыни, Ты единственный источник. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты послал в этот мир Мессию Иешуа, который отдал свою жизнь за нас, за наш грех, за наши преступления, который был вознесен от древа за преступления своего народа, потерпел казнь. Мы благодарим, Творец, за то, что в нем Ты простил нас и вернул нас на свой путь. Ты примирил нас с собой. Ты возлюбил нас, Отец, вечной любовью. Ты послал в мир Мессию, Машеха, праведника, который отдал жизнь за неправедных. Ты возлюбил нас, чтобы никто не погиб, но все пришли к вечной жизни. Мы благодарим Тебя, Создатель, Бог наш. Мы молим Тебя, Всемогущий, о Твоей силе, о могуществе, о силе воскресения Иешуа. На этом месте, Господь, прославься посреди нас в силе исцеления. Ты сказал в Своем Слове, что через распятого, через умершего и воскресшего Ты исцеляешь Свой народ. Ранами Его мы исцелились. Исцели нас. Господь, и мы будем исцелены. Спаси нас, и мы будем спасены, ибо Ты наша слава. Пошли нам заживление и лекарства от всех болезней, от всех болей. Полное излечение всех наших недугов. Ведь Ты, наш Бог, наш Царь, целитель надежный и милосердный. Благословенно имя Твое, исцеляющий больных народа Своего. Отец, мы благословляем всех наших братьев и сестер, которых нет сегодня с нами по причине болезни. Многие болеют уже не одну неделю. Творец, коснись, целитель Израиля, Бог, исцеляющий свой народ. Восстанови многих из нас. Исцели наши души, тела. Сними с нас всякое бремя, которое обременяет нас. Господь, выкорчи все корни, которые мешают нам жить и соединяться с Тобой. Все, что на пути нашем неправильно, убери, Отец. Обличи, исправь. Покрой своей милостью, восстанови всех нас. Бешем Иешуа Машиах, во имя Мессии Иешуа. Амин. Мы благословим Эрец Израиль, народ Израиля. Пожалуйста, поднимите свои руки в сторону Иерусалима. Мы благословим наш народ, мы благословим всю землю Израиля. Даруй мир, добро и благословение. Жизнь, милость, любовь и милосердие нам и всему народу Твоему Израилю. Отец наш, благослови нас всех вместе светом лица Твоего, ибо в свете лица Твоего Ты даровал нам, Господь Бог наш, закон жизни в бескорыстной любви, справедливости и благословения, милосердие, жизни, мир, и да будет угодно Тебе благословлять нас, благословлять весь Твой народ Израиль во все времена, в каждое мгновение, даруя ему мир, собрание да скажет. Благословенно имя Твое, благословляющий миром народ свой Израиль. Да будет желано Тебе, Господь Бог наш, установить мир в народе Израиля и в стране Твоей, чтобы распространить благословение мира Твоего на всех сыновей человеческих, которые приближаются сегодня к Твоей Торе, к Твоим заповедям, и на весь мир в целом все собрание да скажет. Устанавливающий мир в высотах своих. Осе шалом бимромау. Хуясе шалом алейну виаколь Исраэль вимру амин.
Устанавливающий мир в высотах своих, Он пошлет мир нам. И всему Израилю община да скажет. Аминь. Всевышний, да будет благословено имя Твое посреди нас. Царь Израиля, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, благословляющий все семьи земли. Благослови этот народ, среди которого мы живем. Благослови эту нацию. Отец, мы молим Тебя, Всевышний, приблизь миллионы людей к тому источнику, Господь, который есть. Сама жизнь, Творец, возврати многие ценности в этот народ. Возврати многих людей к покаянию. Возврати нас, Творец, к тому, чтобы все мы служили Тебе от всего сердца, от всей души. Мы благословляем правительство этой страны. Господь, благослови президента этой страны. Благослови всю его команду. Дай мудрость, дай разум верный, дай страх Твой во всяком решении, во всяком предприятии. Да будет рука Твоя споспешествовать, Творец. Благослови всемогущие наши семьи. Живя здесь, в этой стране, помоги нам быть полезными. Помоги нам быть Твоим светом. Бог, благослови нашу общину. Живя здесь, в этом городе, Господь, поставь нас на той скале, чтобы мы светили и делали правильные вещи, Господь, распространяя Твой божественный свет. Благослови, Творец, всю нашу общину. Да будет реализован весь потенциал, который Ты вложил в нас. Все, что Ты готовишь через нас, Творец, реализуй. Помажь это силой Твоей. Пусть в силе Твоего Духа, в силе Руах будет явлена мудрость Твоя, разум Твой, знание Твое, свет Твой, Господь, свет великого Мессии будет предоставлен через служение наше. Благослови все синагоги, общины, церквя этого города, всей этой местности, да будет благословение, единство, мир, шалом и все необходимое для того, чтобы мы были в Твоей силе, чтобы мы знали и понимали Тебя и творили Твою волю во имя Иешуа из Назарета. Аминь. Народ, у которого Господь есть Бог. Блажен
Восплещем Ему, друзья, Его царство и сила, и слава во веки. Амин. Всевышний да будет благословен. Так и хочется, Авинуше Баше Маем, Отец наш Небесный, где Его сила и слава. Давайте все вместе помолимся этой молитвой, которую Иешуа сказал, молитесь же так. Авинуше Баше Маем, Отец наш Небесный, да святится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на этот день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Всевышний да будет благословен посреди нас.